В Дагестане будет разработана новая программа по повышению безопасности дорожного движения. В частности, будут проверены регулирующие знаки. В планах создать комиссию, куда войдут специалисты Минтранса Республики и Ространснадзора, которые будут проверять, соответствуют ли дорожные знаки и разметки конкретным участкам, оправдано ли их наличие или отсутствие. Об этом говорили на совещании в Ространснадзоре. Ключевой стала тема обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Так, под высокий уровень риска попали 10 транспортных компаний. Внеплановые проверки этих фирм будут проводиться чаще согласно внедренному риск-ориентированному подходу. 44 компании попали в умеренную категорию риска, а более 1500 в низкую. В отношении них внеплановые проверки проводиться не будут. Если в предприятиях последний год произошли дорожно-транспортное происшествие, или же эти предприятия под тем или иным нарушением привлекались 2-3 раза в течение года, имеется в виду в отношении их руководителей или там специалистов были приняты, значит, какие-то протоколы, вот они как раз таки попадаются в высокую степень вероятности, что они будем проверять их.